Отметить свой профессиональный праздник, как в шутку называют Всемирный день пожилых людей сами ветераны, собрались активисты ветеранской организации Ленинского района Бреста. На несколько часов фойе кинотеатра «Беларусь» превратилось в настоящий тыквенный рай. Именно так назвали организаторы свою выставку, в которой порядка 70 композиций. Гостям и участникам торжества здесь представили не только осеннюю царицу огородов тыкву, но и все экзотическое и вкусное, выращенное своими руками. Тыква как овощ. А с другой стороны, это такой кладезь богатых витаминов. Вот. И не каждый знает. И поэтому, если вы увидите здесь на выставке, то именно и стихи пишут ветераны о тыкве, посвященные тыкве. И рецепты, которыми делятся, может каждый взять рецепты, которые мы приготовили. В историческом сердце Бреста, Ленинском районе, сегодня проживает 106 тысяч человек. И почти четверть из них – это представители золотого возраста, от 60 лет и старше. 7 тысяч горожан пенсионного возраста продолжают трудовую деятельность. Среди ветеранов войны и труда, а их в организации 14 тысяч, много тех, кто до сих пор занимает активную жизненную позицию, участвует в мероприятиях, выступает в самодеятельных коллективах, пишет картины, учится сам, например, в институте третьего возраста, и учит молодежь. У нас в районе уже стало традицией обязательно проводить в этот день или накануне вот такое районное мероприятие, районный праздник. И мы приглашаем сюда опять на такую встречу наших ветеранов и войны, и труда, и ветеранов вооруженных сил. Теплые слова в адрес тех, кто сегодня помогает Бресту готовиться к миллениуму, своим мудрым советом и примером воспитывает молодежь, всем, кто держит руку на пульсе общественной жизни, звучали из уст руководства Ленинского района, представителей депутатского корпуса. Грамоты и благодарственные письма – лишь малая толика признания их заслуг. Это очень большая составляющая часть социальной жизни нашего района. Они решают очень многие государственные вопросы, мы вместе с ними решаем задачи, которые ставит перед нами государство, ставит жизнь. И это правильно, это нужно, потому что это те люди, которые, наверное, показывают, как нужно относиться к жизни. Чего греха таить, мы же понимаем, что здесь лучшая часть. Вот они, те, которые действительно своей жизнью доказали и показали, что для них и город Брест, и Ленинский район – это не просто пустые слова. В глазах блеск, в душе мудрость золотого возраста, а в делах – желание быть полезным. Потому что быть пожилым человеком – это не наказание, а привилегия. Ирина Альшова, Эдуард Бакулович, Антон Луговкин, телекомпания «БУК-ТВ».